Приветствую вас на канале RedCat. Поздравляю всех с наступившим Новым годом. Сегодня 2 января, и я вам предлагаю челлендж. Да, смотрите, у меня есть замечательная елочка, часть, как вы видите, из коробочки Бонстиков 4, и тут у меня неожиданные персонажи. У меня тут сидят светящиеся в темноте персонажи Звездных Войнов. Оби-Ван Кеноби, Император, Йода и другие. Они мне нужны для подсветки моей елочки. Елочка у меня тоже, кстати, будет другая. Я смотрю, так, эту елочку я заберу и поставлю другую. Дело в том, что я хочу устроить вызов для всех моих друзей, каналов, также подписчиков. И мы сегодня будем наряжать Бонстики 4 на эту красивую елочку. Смотрите, как она красиво выглядит, стеклянная, поэтому нужно очень аккуратно ее крутить, чтобы она не упала. Ну а подсвечивать ее будет целая толпа из Звездных Воинов. Потому что у меня, к сожалению, бонстиков светящихся не так много, поэтому я не могу заполнить всю эту плоскость, чтобы подсвечивать елку. Ну а сейчас вместе с Red Kitty мы выберем игрушки, которые мы хотим, собственно, и повесить на нашу елочку. Мест у нас всего 11, поэтому Red Kitty сейчас будет выбирать, кто ей больше всего нравится. Ну, это, конечно же, Норт мы берем. Берем Юни, потому что Red Kitty очень нравится Юни. Я беру Хлопуна, мне Хлопун очень нравится. Пряня нравится Red Kitty, она ее забирает. Так, кого бы еще взять? Ну, я предлагаю взять всех, конечно, светящихся. Ну и также с блесточками взять, чтобы была красивая, яркая, нарядная елочка у нас. Сейчас мы аккуратненько всех подостаем. Это у нас будет Шайни, у нас будет Джингл. Так, мы берем еще Йети. Кто у нас остался? У нас еще остался Снежка. Шишек, я думаю, возьмем. Потом возьмем елочку нашу, Елю или Йоля. Кстати, как вы правильно говорите, Йоля или Еля? А то мне подписчики и так пишут. Ну а, собственно, пока мы достаем, расскажу суть челленджа. Я предлагаю всем каналам, кто, с которыми мы дружим, это Линка ТВ, Funny Sisters, Emily Kids Show, Котяшки, Мультяшки и другие каналы, а также все подписчики канала Red Cat, все любители бонстиков, всех выпусков и особенностей 4-й серии, потому что это новогодняя серия, присоединиться к нашему челленджу и сделать новогоднюю елочку из бонстиков 4. Присылайте свои видео, присылайте свои рисунки в официальную группу Red Cat ВКонтакте. Будем смотреть, оценивать ваши елочки и, собственно, хвастаться, у кого красивее получится елочка из бонстиков 4. Но у нас будет такая миниатюрная елочка, очень маленькая, но, как по мне, очень симпатичная, потому что она стеклянная и очень красиво выглядит. Ну что ж, возвращаю своих супергероев из Звездных Войнов вместе с подставкой, которую я вытащил из коробочки замок Норда. Да, она у меня немножко разобралась, так сказать. Она была слишком высокой и неудобной. Здесь я оставил 3 слота. Тут у меня будет Норд. Сейчас Red Kitty его вставит. То есть у меня тут будет вся королевская семья. Это, конечно же, глава Бонетрона Норд. Ну а слева и справа будут его жена и дочка. Сейчас я вставляю няшу. Точнее, Red Kitty. Кстати, напишите, какую коробочку вы выбрали. Я всего лишь одну коробочку не видел, это коробочка Рики, я имею в виду вживую. А 3 другие коробочки у меня есть, я их смотрел, тестил. Мне больше всех нравится няша внешне, да? Но мне кажется, что самая новогодняя все-таки Норд. Ну а елка, она очень интересная сама по себе коробка, но неудобная для хранения фигурок и для хранения самой коробки. Ну что ж, я поставил королевскую семью, и вот перед вами все фигурки, которые мы будем вешать. Всего, как я и сказал, 11 штучек, и сейчас мы будем их вешать на елку. Для того, чтобы это сделать, я подготовил вот такие вот металлические колечки.
Я специально их все поразгинал, чтобы сэкономить время на это. И сейчас будем продевать специальные ушки, которые есть на каждой фигурке Бонстиков 4. Вообще очень изумительная коллекция, именно из-за того, что их можно вешать. Это вообще очень крутая задумка Евроопта и дизайнеров Бонстиков. Я нигде таких стикеров не видел, чтобы их можно было вешать на елочку. Ну и как я уже говорил, вы могли видеть в предыдущем видео, когда я делал опыты, что ни один стикер я еще тоже не видел, чтобы он менял свет. Так что Бонстики из Республики Беларусь, самые прогрессивные Бонстикизы, как я их называю. И они, видите, впереди всей планеты по выдумке, по задумке. Очень классная идея. И нам с Red Kitty очень понравилось украшать. Кстати, вот эта фигурка, эта Снежка, она мне очень нравится. Во-первых, она такая действительно новогодняя, беленькая, красивенькая, прозрачненькая. И очень красиво светится в темноте. Было бы здорово, если бы у меня было 11 снежек, я бы, наверное, все и повесил на елочку. Потому что мне очень нравится эта фигурка. Так, следующая у нас фигурка, это самая, одна из самых непонятных для меня фигурок. Я все у вас спрашиваю, ну кто же это, что это за роги животное такое? И у Бонстика спрашивал. Бонстики говорят, что это житель Бонитрона. Ну что значит житель Бонитрона? Скажите хотя бы, что за зверюшка? А вот это еще одна фигурка, которую вы мне очень много пишете после моих опытов, это Шари. Дело в том, что на официальной брошюрке Шари указано как не светящаяся в темноте, а сияющая. Вот, смотрите, видите? Поэтому я, собственно, в видео и сказал, что она как бы сияющаяся, не отнес ее в категорию светящейся в темноте. И вы все мне пишете, что Шари светится в темноте, Red Cat, ну что ты, она что же светится? И действительно, я посмотрел еще раз в коробочке, она очень красиво светится, так что, ребята, простите за неточность из прошлого видео. Ну и, собственно, вы молодцы, вы наблюдательные. И еще один незачет Бонстикам за то, что у них неправильная брошюрка. Сейчас, тем временем, я уже заканчиваю подготовку своих фигурок для того, чтобы их можно было повесить. Вешать будет у меня Red Kitty, а я вот сейчас вот заканчиваю одевать им колечки и будем уже вешать. Это тоже, кстати, прикольная фигурка. Ее зовут Пряня. В руках она, интересно, так на ощупь. Она такая, во-первых, как на желейку похожа, а во-вторых, она очень плоская. И довольно-таки непривычно держать, если честно, плоские Бонстики. Я привык, что они такие объемные, да, а тут они такие почти плоские, худенькие, тоненькие. Так, еще один Бонстик 4, это у нас Шайни. Шайни очень красивая звездочка. Я бы, конечно, поставил на самый верх елочки, но у меня уже там есть звездочка, поэтому Шайни тоже будем вешать как гирлянду. Ну, а точнее, как шарик. Все, последняя фигурка, закрепляется на ней колечко. И сейчас у нас готово 11 украшений для нашей новогодней елки. Кстати, напишите в комментариях, довольны ли вы вашими подарками. Возможно, вы хотите рассказать, как вы провели Новый год, либо же как вас удивили на Новый год. Если есть какие-то интересные истории, расскажите, будет очень интересно. Ну и, конечно, напишите, во сколько же вы спать легли. Я, к примеру, лег всего лишь в 6 утра. Не знаю, смогли ли вы выспаться. Итак, мы начинаем украшать нашу елку. Видите, все готово. Снизу у нас звездные войны, которые будут подсвечивать елку. С самого На первом плане у нас королевская семья, это Норт, это Квинни и Няша. Они у нас как главные представители планеты Бонитрон 24. И сейчас Red Kitty у меня аккуратненько вешает игрушки на нашу новогоднюю елку. Елка у нас стеклянная, поэтому нужно вешать очень аккуратно, чтобы она случайно не упала. Если она упадет, то скорее всего разобьется, ну или хотя бы какая-то из веточек точно обломается. Елочка мне становится все более новогодней, и я с нетерпением буду ждать также и вашей елки, так что присылайте ваши оригинальные украшения. Всегда интересно, как украшаются елки, очень много красивых елочек всегда украшается на Новый год, и мне приятно всегда смотреть, кто как украшает. Возможно, какие-то будут интересные идеи, которые можно будет также
перенять, да, для того, чтобы самому использовать. Ну, еще раз коснемся бонстиков 4, это замечательные новогодние коллекции. Также вы очень много писали, что Гремли, по-моему, не менял цвет у меня. И, кстати, тики очень плохо меняют цвет. Ну, и кто-то из вас писал, что нельзя в холодную воду, надо в морозилку их засовывать. Ну, зачем в морозилку засовывать, если они в холодной воде замечательно окрашиваются в другой цвет, и это очень быстро, не нужно ждать 10 минут, пока они там замерзнут, окончательно околеют, потом ты их достаешь, они холоднючие, их даже в руки нельзя взять. Ну что ж, елочка наша почти готова, смотрите, как прикольно смотрятся фигурки нашей новогодней елочки. Вот, смотрите, какая красота. Давайте покручу елочку. Ну что ж, вот такая у меня елка, и теперь я жду вашей елочки. Вам бросаю вызов всем подписчикам, каналам. Присылайте ваши новогодние видео. Будет очень приятно посмотреть на ваши новогодние деревья. Ну и напишите, соответственно, в теме New Year Tree, то есть новогоднее дерево, для того, чтобы мы как бы видели, что вы именно в этом челлендже тоже участвуете. Ну что ж, елка моя абсолютно готова, показываем ее вблизи. Таких игрушек у нас еще никогда не было с Red Kitty. У нас очень много стикизов, мы их уже более 3 лет собираем, но вот таких вот новогодних украшений мы никогда не получали. Поэтому очень здорово, что теперь в нашей коллекции есть и новогодняя коллекция. Ну, теперь я выключаю свет, смотрите, что получилось. Видите, у меня есть ночные охранники моей елки. Ну и силуэт елки, собственно, которую мы наряжали. Сейчас я, наверное, немножко покручу, чтобы вы понимали, где сама елка. Видите, больше всего, лучше всего светится снежка у нас. Сейчас я кручу елочку, видите, теперь видно, где ее силуэта. Ну что ж, на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайк и до новой встречи на канале RedCat. Всем пока!